मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया हूं और आइए मैं अपने होटल का विज़िट कराता हूं आपको। ये रहा मेरा कार्ड, ये आप होटल में आ चुके हैं। ये है मेरा रूम, इट्स अ स्टूडियो अपार्टमेंट जिसके अंदर ये भी मौजूद है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोवेव ओवन और क्रॉकरी श्रॉकरी ये भी मौजूद है। ये पूरा किचन है ऑलरेडी यहाँ पे, और वॉशर भी दिया हुआ है समझे। और ये है अलमारी जो यहाँ पे अभी मैंने सामान रखा है, अपने शूज रखे हैं और मैंने अपने बैग रखे हैं यहाँ पे, ये आपके सामने है ठीक है। और ये है वॉशरूम, ये वॉशरूम है, बेहतरीन किस्म का शीशा लगा हुआ है। ये है बेड और ये इन्होंने एलईडी लगा के दिया हुआ है, ये विंडो और ये बिग साइज मिरर, और यहाँ से सिटी व्यू है, देखते हैं सिटी व्यू क्या है यहाँ से। ये है सिटी व्यू, ओके। Now it's a huge room और स्टूडियो अपार्टमेंट कहलाता है ये, ठीक है ना, एक बेहतरीन स्टूडियो अपार्टमेंट है। थैंक यू, मैं यहाँ इसको फिनिश करते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग को इन्जॉय करते हैं इस स्टूडियो अपार्टमेंट। До выхода в него, будьте добры, спуститесь, пожалуйста, в салон. Дай тут. Ребята, будьте добры, спуститесь несколько, еще человек 5 надо, чтобы спустились. Саша, наш гостиница. Я завезу музыку в гостиницу, я часто останавливался там. А друг его полицею, Александр Михайлович Горчаков, служил министром иностранных дел Российской империи. Знание, что от нас по левой стороне. Протяженная желтого цвета фасад. Постройка 1-3-19 века, архитектор Карл Иванович Росси. Мы видим восточное крыло главного штаба. Оно повторяет изгиб мойки и резко уходит влево от Певческого моста, он перед нами, являясь гранью ансамбля Дворцовой площади. Певческий мост ее логическим завершением. Изначально был построен мостом четвертым по ширине в городе. 72 метра ширина моста. Посмотрите вот вверх, насколько близко свод моста. Вот для этого и просили спуститься людей вниз. Ой, дорогие россияне, можно, конечно, иностранцам было замечательно.
строим город ювелирно, текут в каналах воды смирно, руками лучших мастеров сковались 40 островов, а между них Нева бурливо несется к Финскому заливу. Бурливую Неву мы скоро увидим, а пока мы должны пройти под свод второго зимнего моста. Построен он в 60-е годы 20 века, стилизован под старину. Для того, чтобы демонстранты с Дворцовой площади, она по левой стороне в глубине за Певческим мостом, быстрее могли проходить до ближайшей станции метрополитена Невский проспект. И вот уже видны воды зимней канавки. Рукотворный канал Петровской эпохи. Протяженность немногим более 200 метров. Впереди здание голубого цвета. Видим два окна в желтой окантовке. Они свидетели того, что здесь был зимний дворец Петра. Он его строит через женитьбу на Екатерине Алексеевне. Своими руками изготовит свадебные короны и слоновые кости. Установит два огромных зеркала, одно из которых затем будет им разбито, когда узнает об измене своей жены с Вильямом Монсом. Изъявит желание на парусниках бежать в парадные покои дворца. Поэтому и прорыта канава, получившая название «Зимние канавки». А мы пройдем под Эрмитажным мостом и увидим одну из лучших панорам Петербурга – полноводную Неву. Выходим из-под моста, и вы можете подниматься на палубу. И вот Нева, великолепный вид. По левой стороне визитная карточка города, ансамбль стрелки Васильевского острова. Мы к этому еще вернемся. Пока поговорим о Неве. Сначала она берет в Ладожском озере, протяженность ее 74 километра, причем половину пути следует по территории Санкт-Петербурга и впадает в воды Финского залива Балтийского моря. Прямо перед нами мы видим на Неве дебаркадер, странная конструкция, да? Казалось бы, на первый взгляд. Но дело в том, что завтра в городе проходит праздник выпускников Алые паруса. По своей красоте и зрелищности этот праздник не имеет себе равных не только в России, но и в мире. Основан список событийных и туристических маршрутов в 20 европейских странах. Самой впечатляющей частью праздника является световое и пиротехническое шоу в акватории Невы. Декорации в этом спектакле дворцы и мосты Петербурга. Отправный герой превратил Салу в парусами. Вы увидите его, правда, паруса у него сегодня. И по правой стороне стоит Васильевского острова, она уже рядом с нами. До конца 19 века это место было главным причалом Петербурга. Центр здания Туши, окруженный стороной, где курсы еще не высотой 7 метров. Завтра, день алых парусов, конечно, астральные колонны будут гореть. Без вас астральные колонны. Далее, по правому борту торец красного цвета, в глубину выходит почти 400 метров. Подъем с песком, а потом
обшитые деревянными шипами. На правой стороне первый...